Привет. Вот есть несколько минуток, чтобы в серединке августа заглянуть на море. Август. Жара днем. Уже, конечно, немножко и поднадоело. Все же погода в августе многих радует. Изобилием солнца. Вот солнца много. Витамина D хоть отбавляй. И загар, кто не успел, можно примерить. Он в это время красивый, как свежая шоколадка. Август к своей золотой серединке, похоже, и не думает останавливаться. Небо чаще безоблачное, тучки и дождик отсутствуют, не было их давно. Похоже, еще очень далеко до бархатных полотенец и теплых пледов золотого бархатного сезона. Пляж открыт, со всех сторон обдувается ветерком. Ближе к ночи все же становится прохладней. Ночь холодком проходит вдоль берега, охлаждая водичку и песочек. Все же жаркое лето уже на своем финише. Скоро школа. Денечки после Ильи дня становятся короче. А красная полоска термометра очень-очень медленно, но к вечеру опускается. Ну а днем, конечно, купаются все и маленькие, и большие. В это время вода хорошо прогретая и за ночь не успевает остывать. Море еще не цветет, вода чистая, медуз не очень много. Ветер и отлив-прилив качает их туда-сюда, но медузьего киселя нет. Запах воды без рыбьего душка. Приятного всем отдыха, по возможности без ограничений, погодных и прочих. Удачи и здоровья. До встречи. Автор. Так.